Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Подготовили для клиента квадроцикл Stealth Gepard. Сделали, установили много дополнительного оборудования. Что тут можно вам сказать? Дорогие друзья, хотел вам показать проект, который мы сделали, еще один очередной. Ничего в нем нет сверхъестественного, никаких супер 30-х колес там, никаких супер проходимых там гнутых рычагов. Просто обычный рядовой проект, который хватит обычному человеку, новичку, который просто купил гепард. И это список необходимых доработок, которые нужно поставить, чтобы ездить комфортно и в грязи, и попутешествовать немножко по лесу, и с детьми, и по полям. В общем, чтобы все было отлично, комфортно. Вот такая средняя комплектация, так назовем ее. Назовем ее проект «Хищник», так как сделан авторский вынос радиатора. Смотрите, что здесь установлено. Пойдем по порядку. Значит, вот так, это 650-й гепард с усилителем руля 2020 года. На нем был установлен вот такой вот вынос фирмы Trophy Pro от Василия, которого вы уже все прекрасно знаете. Был сделан авторский рисунок. Дизайнер нарисовал. Это хищник с логотипами владельца. Вот здесь логотипы владельца. Хищник. Вот такая вот сеточка была установлена на заклепке. Сделали вынос радиатора. Первое. Второе. Поставили дополнительный свет. Вынос радиатора обязательно. Уже не раз говорили, для чего он нужен. Обязательно вынос первым делом. Дальше свет. Конечно же, свет, чтобы вечером, ночью комфортно и, главное, самое безопасно передвигаться. Дальше установили высокий, широкий руль. Прямой. Тоже очень комфортно, красиво, стильно. Установили защиту рук. Во-первых, зимой не будет обдувать так сильно, да? Когда катается ветер там. Во-вторых, от веток защищать. В-третьих, очень здесь сильный вот такой каркас алюминиевый. Можно прям в грязи качать, шатать. Можно забираться на квадроцикл. Цельная алюминий и пластиковая накладка. Дальше установлен подогрев рук фильма LTech и подогрев курка. Очень тоже необходимая вещь. Сейчас вот уже сентябрь. Октябрь, ноябрь, вот такие вот месяцы, зимние месяцы. Без подогрева вообще некомфортно. Подогрев суперский. Вот тут вот терморегулятор. Он включается и 5 степеней, значит, нагрева. На максимальной руки горят, ездить вообще невозможно. На второй тоже руки горят, вот сейчас в сентябре. Потом зимой, конечно, надо будет побольше. Значит, что еще мы тут сделали? Установили вот такой вот черный клюз в цвет, такой квадрик, чтобы не выделялся, красиво получилось, металлический, алюминиевый. Дальше установили синтетический трос с крюком, вот такой вот отбойник поставили. Все, с этим тоже вопросы, потому что железный трос это, конечно, совсем не дело. Также здесь сам владелец установил кофр. Кофр тоже необходимая вещь, можно выбрать маленький, большой, но кофр все же нужен. Также здесь пробег уже 300 километров. Мы сделали ТО полное, замену масла в редукторах, замена масла в коробке передач, замена масляного фильтра, замена масла в моторе. Поменяли антифриз на нормальный, потому что заводскую льют, вообще надо его сразу сливать и наливать нормальный. Сделали замену шестерни масляного насоса, сразу поставили BRP-шную, чтобы клиент забыл вообще эти проблемы и больше никогда не сталкивался с ними. Все, поменяли, забыли, все.
Все, полностью обслужили. Также сразу поставили медные колодки, так как эти колодки на 300. Уже они, короче, там был маленький процент остался, процентов 20-30. Сразу поставили по кругу медные колодки. Вот такой вот получился проектик. Такая комплектация, ее хватит, чтобы и в грязи хорошенько полазить, получить удовольствие, покататься с детьми. С кайфом просто будете ехать, не будет забиваться вынос. Не будет забиваться радиатор, потому что стоит вынос. Будет офигенный большой свет. Вот такой-то 100-ваттный балк Аврора, который мы всем ставим. Хит на сегодняшний день по цене и качеству. В любое время включили. Ночью едете как днем. Высокий руль дает, конечно же, вешний вид и удобство управления. Ну, подогрев, само собой. Включили, кайфуют. В кофр можно сложить, пожалуйста, вещи. Взять с собой длительное путешествие. Какую-то еду и инструменты. Переодеться, в общем, все-все-все положить и поехать. Ну вот, друзья, просто хотел вам показать такой проект. Спасибо, что уделили немножко своего времени для просмотра. Надеюсь, вам данное видео понравилось. Если вам нужна помощь с ремонтом квадроцикла, с перевозкой, с эвакуацией, установкой дополнительного оборудования, в общем, весь спектр услуг, обращайтесь к нам. Все мои контакты внизу под этим видео, телефон сервиса, все Instagram, WhatsApp, Telegram, любые мессенджеры. Пишите, звоните, поможем. Заберем ваш квадроцикл, отремонтируем, поставим дополнительное оборудование, обслужим, привезем вам назад. Вам остается только кайфовать, получать удовольствие. Цены у нас хорошие, приемлемые, качество на высоте. Все, друзья, всем спасибо. До новых встреч.